И снова всем здравствуйте, вы на канале Властелин Туи. Сегодня я буду заниматься туи западные сорта смарагд. Скорость роста порядка 15-20 см в год в высоту и 10 см в ширину. Продолжаем стрижки в этом прекрасном саду. Сейчас мы будем работать с туями смарагд. Высота данных туй около 4-3,5 метров. Будем оголять низ до уровня 1-1,20 метра, создав таким образом ножки. И поднимем крону по форме небольшого конуса. Пострижем ее сверху немного и пройдемся по всему периметру. Смарагд я сделал две топиарные формы, поднял снизу небольшую ножку, оголив стволы, и сверху сделал срез по одному уровню. В дальнейшем срез мы будем отпускать, возможно, формировать полукруг по форме сигары, но, возможно, будем резать и по уровню ровно. Таким образом, данную форму мы будем поддерживать, проводя регулярные стрижки 2-3 раза за сезон. Не забываем подписываться на канал, нажимать колокольчик для уведомления о выходе нового видео.